Добрый день, уважаемые авторы Adobe Stock. Меня зовут Арина, и сегодня я покажу вам, как загрузить векторный файл через личный кабинет автора Adobe Stock. Мы переходим на вкладку «Отправить». Сегодня мы грузим векторные изображения. Сделать это можно двумя вариантами. Первый вариант как отдельный векторный файл, и второй вариант zip-папка. Я рекомендую вам использовать второй вариант в качестве zip-папки, и сегодня я покажу, как это можно сделать. Обратите внимание, что загрузить вектор через zip-папку можно только в формате Illustrator и EPS. Каждый файл векторного изображения должен помещен быть в zip-папку вместе с JPEG-файлом. И минимальный размер JPEG-файла должен быть 5000 пикселей на 3000 пикселей. И максимальный размер вашей zip-папки может быть 45 мегабайтов. Я уже подготовила zip-папку. Что важно, для каждого файла необходима своя собственная zip-папка, поэтому вы не можете все свои векторные изображения поместить в одну папку. Нет, для каждого создавайте, пожалуйста, отдельную. Итак, я загружаю свой вектор. Итак, векторный файл у меня загружен. Видите, тип файла стоит автоматически векторное изображение. Я не могу его изменить. И далее вы проставляете категорию, ключевые слова, название, загружаете релиз на собственность и отправляете файл на утверждение. Вот таким образом можно отправить векторный файл в качестве zip-папки на Adobe Stock. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их, пожалуйста, в комментариях. И большое спасибо за просмотр.